Всегда для вас будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Все готово к началу. Болельщики ждут стартового свистка. Отлично их сегодня слышно будет. Надеюсь, это поможет футболистам. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть на поле главные тренеры команд. Бей и выводи команду вперед! Выше ворот. Мяч у них на чужой половине. Можно играть дальше, считает арбитр. Есть поддержка здесь. Как он... Всегда для вас будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Все готово к началу. Болельщики ждут стартового свистка. Отлично их сегодня слышно будет. Надеюсь, это поможет футболистам. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть на поле главные тренеры команд. Бей и выводи команду вперед! Выше ворот. Мяч у них на чужой половине. Можно играть дальше, считает арбитр. Есть поддержка здесь. Как он работает с мячом? Всех обы... Всегда для вас будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Все готово к началу. Болельщики ждут стартового свистка. Отлично их сегодня слышно будет. Надеюсь, это поможет футболистам. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть на поле главные тренеры команд. Бей и выводи команду вперед! Выше ворот. Мяч у них на чужой половине. Можно играть дальше, считает арбитр. Есть поддержка здесь. Как он работает с мячом? Всех обы... Всегда для вас будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Все готово к началу. Болельщики ждут стартового свистка. Отлично их сегодня слышно будет. Надеюсь, это поможет футболистам. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру. Так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть на поле главные тренеры команд. Бей и выводи команду вперед! Выше ворот. Мяч у них на чужой половине. Можно играть дальше, считает арбитр. Есть поддержка здесь. Как он работает с мячом? Всех обычных.